Но складывается ощущение, что Ради Хабирова нисколько не беспокоят эти внешние оценки состояния дел Башкортостана, и он предпочитает предаваться иллюзиям и веселью, ну, собственно, как обычно. Почти вся минувшая неделя в Уфе прошла, по крайней мере, для чиновников под эгидой 16-й так называемой недели бизнеса. А сама эта неделя бизнеса, этот форум, почему-то прошел под девизом «Мы люди из послезавтра». В частности, даже была панельная дискуссия «Послезавтра глазами бизнеса». Ну, в таком случае было бы, наверное, уместно назвать другие обсуждаемые темы на этом форуме, например, так: «Послезавтра хоть потоп». Или, например, «Послезавтра вы нас не найдете». В любом случае, люди, все время и постоянно говорящие только о послезавтра, они либо боятся своего завтра, либо не имеют его вовсе. А еще на прошлой неделе Владимир Путин заявил, что помощь Палестине – святая обязанность россиян. Это была цитата. На это заявление Ради Хабиров услужливо отозвался немедленно. Отозвался готовностью регионального бюджета принять любое количество беженцев с Ближнего Востока и сразу же распорядился немедленно начать тратить бюджетные средства на оборудование комфортных мест проживания для братьев-палестинцев. Просто удивительно, с каким рвением господин Хабиров готов помогать кому угодно, только не нуждающимся соотечественникам и землякам.